угадал? Да в чем? Это у меня Коля была. А теперь выздоровел? Ага, весь выздоровел, даже не зараз. А когда болел, больно было? Не больно, скучно. А так ничего, и конфеты дарили, я их все время ел. Надоело до смерти. Да, болит хорошо, когда болеешь, тебе все еще больше любят. Хорошо болеть ветрянкой. Когда я болела, мне все тело, каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я была похожа на леопарда. Здорово? Здорово, но грипп лучше, когда грипп чаю дают с малиновым вареньем. Я один раз целую банку съел. Грипп – это хорошо, но еще лучше гланды. Когда мне гланды вырезали, мне мороженое давали, я заморозки. Да, когда болеешь, все можно выбросить. Игру какую хочешь. Или ружье. Или букву. А чтобы болезнь была пострашнее. Если ногу сломаешь, или шею. Тогда что угодно можно выбросить. И велосипед. И велосипед. А зачем велосипед, если нога сломана? Да прирастет. Куда же ей деваться? А почему?